Недавно я уже рассказывал о катастрофическом наводнении, обрушившемся на территорию Германии в середине уходящей недели, 14-15 июля 2021 года. Ссылка на тот сюжет будет в конце этого видео. Причиной сильнейшего в истории страны наводнения стал так называемый блокирующий или омега-процесс, в результате которого мощный антициклон, находившийся над востоком Европы, заблокировал путь атлантическому циклону Бернд, и тот в течение нескольких дней вылил на западные регионы Германии, федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, до 2, а местами и до 3 месячных норм осадков. На текущий момент количество погибших увеличилось до 156 человек. Еще почти 700 человек пострадали. Теперь, помимо устранения последствий, перед властями Германии стоит другой очень важный вопрос. Если наводнения в Германии случаются достаточно часто, особенно в районе Рейна, почему на этот раз столько много жертв? Почему затоплены целые деревни и города? Немецкая метеорологическая служба своевременно распространила прогнозы о дождях и о их большом количестве, способном вызвать наводнение. Но почему власти и соответствующие службы оказались не готовы к реагированию на случившееся? По мнению некоторых немецких специалистов, десятилетия гидротехнические сооружения городов вокруг Рейна приходили в упадок. Одновременно производилась интенсивная застройка городов, основа которых древние фахверковые дома, которые являются исторической ценностью, и их капитально ремонтировать вообще нельзя. Инженеры требовали расширять и укреплять стоки и системы отвода воды, а в ответ получали разговоры про всемирное потепление и борьбу с изменением климата. В результате сотни погибших и миллиардные экономические потери. Еще один важный вопрос, касающийся в том числе и системы оповещения. Около 1500 пропавших без вести. Это те, кого не могут найти родственники и соседи. Во многом потому, что первым делом погибла сотовая связь, которая в таких маленьких немецких городах и без того дохлая. На момент начала наводнения в Германии насчитывалось около 800 мертвых для сотовой связи зон. Там не ловится ничего, даже Edge. А после наводнения, когда рухнули вышки, закоротили кабели и вымокли сервера, не осталось ни сотовой связи, ни интернета. Aber mit der Frage haben wir auch Probleme, darüber zu gehen.